Здравствуйте, сегодня я готовлю лосось сувид. Это уникальная технология готовки еды в вакууме при постоянной температуре. Вкусовые ощущения от такого метода готовки не поддаются описанию. Сегодня я готовлю семгу, вес куска 400 грамм, понадобится мне пол-литра воды холодной и столовая ложка соли. Хорошо размешиваю, делаю рассол. Заливаю рыбу и оставлю постоять на 30 минут. Готовить рыбку буду сегодня при помощи термостата. Устанавливаю температуру 45 градусов, время 20 минут, нагреваю воду. Также мне понадобится оливковое масло 10 грамм, тимьян пару веточек у меня сушеный и черный молотый перец. Через полчаса рыбку я достала из рассола и хорошо ее промокну бумажными полотенцами. Посыплю черным молотым перцем. Пол чайной ложки мне понадобилось перца для этого кусочка рыбы. И смажу оливковым маслом. Хорошо промажу со всех сторон. Теперь мне нужен пакет. Так как рыба будет готовиться в воде, в вакуумном пакете, я ее помещаю в пакет. Можно зип-пакет использовать. Но лучше, конечно, запаковать вакуумом. Сюда же кладу тимьяна 2 веточки. Еда, приготовленная в вакууме, получается не вареной и не высушенной. Не теряет своей сочности, не подгорает и не переваривается. Когда-то такую рыбку можно было попробовать только в ресторане, а теперь, благодаря технологии сувид, можно готовить дома, как на профессиональной кухне. Пока готовится рыба, можно приготовить соус. У меня сегодня соус на основе нейтрального йогурта. Я беру 100 грамм йогурта и добавляю в него лимонный сок. Чайную ложку или полторы, это по вкусу. Подсолю, конечно же, его. И добавлю мелко нарезанный свежий укроп. Все остается перемешать и дать ему немного постоять. Рыба уже приготовилась. Благодаря вакуумной изоляции это будет максимально сочный лосось. Сувид позволяет добиться уникального вкуса. Рыбка уже готова, ее можно поливать соусом и подавать. Но мне хочется ее еще приукрасить. Для этого я разогрела гриль, можно сковороду, и буквально 2 минуты на горячем гриле подержу рыбку. Через 2 минуты у меня вот такой красивый румяный кусочек. Лосось можно подавать, конечно же, с каким-то гарниром. Я подаю на листьях салата и дополняю приготовленным соусом. Этот лосось обладает удивительно нежной фактурой и головокружительным пряным ароматом. Такой лосось подадут только в ресторане высокой кухни. Теперь же мы можем это сделать сами, дома и очень быстро. Если вам понравился рецепт, не забудьте написать свои впечатления и поставить лайк, если понравилось это видео. До новой встречи!